Беларуси с 1 сентября вводятся биометрические паспорта. Его цена 58 рублей. Обязательной замены не планируется. Обновленный документ понадобится только для выезда за границу. Его изготовление возможно при наличии идентификационной карты. Ее стоимость 1,5 базовой величины. 43 рубля 50 копеек. Со следующего года в Беларуси планируется увеличить пенсионный возраст и страховой стаж на полгода. На заслуженный отдых женщины будут уходить в 58 лет, мужчины – в 63. Период обязательной трудовой деятельности станет равен 18 годам и 6 месяцам. К 2025-му этот показатель может повыситься до 20. Белтелеком с 30 августа начнет плановую модернизацию радиотелевизионного оборудования. Это затронет как пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм, так и абонентов услуги эфирного цифрового телевещания. Работы будут проводиться поэтапно до 31 декабря 2021. В стране упростили процедуру проверки техосмотра. Достаточно зайти на сайт Белтехосмотра, ввести цифры и буквы госномера автомобиля в разделе «Услуги», и сервис сам выдаст информацию о марке машины, модели и сроке окончания действия разрешения. БелЖД возобновляет международное пассажирское сообщение между Беларусью и Россией. Так назначается поезд номер 2827. Первый рейс из Бреста отправится 1 сентября в 18:23. Прибытие в Москву в 9:23. Более подробную информацию можно узнать на сайте перевозчика.